Измаильский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства подвел спортивные итоги учебного года. На общей линейке были озвучены имена лучших спортсменов учебного заведения и вручены награды – кубки, медали, грамоты, а также спортинвентарь – мячи, эспандеры, наборы для игры в шашки. В течение года студенты техникума активно занимаются многими видами спорта. Кроме этого, парни и девушки – постоянные участники городской студенческой универсиады, в которой в этом учебном году у техникума отличные показатели. Отмечены были также и преподаватели, в группах которых на должном уровне ведется спортивная работа. Награждение проводили руководитель физвоспитания техникума Никита Иванович Тарай и начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта Измаильского горсовета Алексей Анатольевич Морев. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».